Ребят, всем привет! Представляете, многие переживали в комментариях, что мы тритонов наших отправили в другое место. Посмотрите, пожалуйста. У нас новый тритон. Опять появился тритон. Ну и головастики наши. Вот они. Тоже растут. И мы теперь не знаем, кого мы вообще принесли. Но вообще несли лягушек, да, яйца лягушек. А тритоны откуда появились, опять неизвестно. Но мы их теперь оставим, потому что, видите, наши лягушечки уже подросли. Если это лягушки. И как вы говорите, что тритоны, они не растут, как эти, не динозавры, а крокодилы, тогда пусть живут. Вот у нас появился, не знаем сколько, конечно, но вот один есть. А вот наша черешня. Вот это вот гнилая. А вот это уже остатки. Но остатки доедают птицы. Нам надо сейчас их собрать. Мы только с отпуска вернулись. Вот. Вдобавок ко всему, у меня сегодня еще и день рождения. У нас, как всегда, дождь. Видите? На день рождения. Птицы. Вот она. Хотим Видите? Назад в Болгарию. Птицы съели черешню. Ну и вот такой вот обзорчик у нас на 7 июля. Мы рады. Вот, мы рады. Все у нас хорошо. Сейчас ягодки покажу еще. Клубничка. Клубничку сейчас соберем. Вот две штуки, не знаю, гнилая, не гнилая. Мы только зашли, еще ничего не проверили. Вот давайте все вместе будем смотреть. Но нет, шикарная. Вот это шикарная. Хотя чуть-чуть уже мягенькая, но переспела. Вот тут еще есть, вон там тоже. Ну, сейчас будем собирать урожай и поедем домой. Все, ребят, всем пока и до новых встреч.